Хочу порекомендовать вам группу ВКонтакте Raid Gamers. Обзоры, гайды и прохождение компьютерных игр. Я подписался и вам советую. Здравствуйте, ребятишки, с вами Риверс, мы продолжаем играть в Ark Survival Evolved. И значит, что у нас тут? Решил я отказаться все-таки от двойных стен в этой игрушке, чтобы дальше можно было строить. И ребята в комментариях предложили построить еще один дом, просто без загона уже, да? Ну, без загона это я уж сам додумал. Просто отдельный дом и продумать там все до мелочей, чтобы хватило времени. Не времени, а места. Потому что вот здесь, допустим, у нас какая-то печаль с потолками. Вот такие дела. Не можем достроить. Закончился лимит на постройке, в общем. Если кто не смотрел предыдущую серию. В общем, ну, идея хорошая. Мне понравилась, но... Я буду, наверное, потихоньку строить ее. Время, место найду. Где-нибудь неподалеку от базы. Более-менее ровное. И построим. А это уже переработаем под загон большой. Вот это все посносим чертям собачьим. Вот это тоже. Сейфы оставим на всякий случай. Поставим здесь лифт тоже до этих сейфов, чтобы добираться можно было. И еще построим новую хату. Она будет поменьше размером. Это получается 18, по-моему, этажей в высоту или 16. Что-то такое. Короче, огромная пипец. Нам такая, конечно же, не нужна. Нам нужна... Нужно максимум этажей 10. И все. Больше не надо. Да, 3 снизу, 3 сверху. И остальное на основной этаж у нас пойдет. Такие дела. В общем, Авираптор у нас выбежал из дома. Прошел через текстуры и подох. Вот по логам можно посмотреть. Просто его его ушатал. И также додошка подохла по логам. Хрен его знает, что за хрень такая. Как так происходит, непонятно. И по поводу набора в Трайб, ребята, часто пишут. В общем, набираем с 20 лет в Трайб, в принципе. Вот такие дела. Если что, пишите в личку ВКонтакте. Если вам 20 и больше. Так, что мы будем делать в этой серии? Да хрен его знает, что будем делать. Я хочу кенгуру еще одну себе. Хорошую. У нас самец, надо самку большого левела получить. Но это тоже времени дофига займет. Так что, наверное, будем периодически на паузу ставить. Я буду там искать. Прочие дела там делать. И как найду, тогда включусь. В общем, что-то еще хотел рассказать, но забыл уже совсем. Из головы все вылетело. Что же хотел поведать вам. Так, винки. Тинки. Все на... А вы что, не на пассиве? На пассиве. А ты почему местоположение свое поменял? А? На пассиве. А что с додиками-то? Как они подохли-то? Или может кто-то приручал там из наших? Хм. Странно. В общем, жалко авираптора, конечно. Но еще одного приручать не хочу. Столько яиц просрал у меня. Пускай так несутся. Это бред какой-то. Пока не пофиксят, в общем, это... А ты что на улице делаешь? Алло. Так, Рекс, это у нас все на месте все. Что за бред происходит? Кто тут передвигал моих животных? Так, Кицали все на месте. Селена Гомес на месте. Что-то через текстуру они стали пролазить часто. Птицы тоже здесь на земле висят, сидят. Непорядок. Кто-то поигрывает, пока меня нету, да? Из Трайба. У них хитрецы какие. Не сознаются, что играют. Ну ладно, ладно. Так, грифон. Какой этот левел там делать? Че тебе будем качать грифон? Давайте скорость беда. Забурставим. 77 левел. Птица маленькая у нас тоже левела, надо побольше. Надо как-то перебороть себя и поискать, полетать животных хороших. Птиц, птеродактиль высокого левела, самца и самку. И делать себе путем выводка более... улучшенную версию. А, вспомнил, что хотел сказать. У нас на этом сервере ввели офлайн рейдинговую систему. То есть с 23 по МСК до 11 утра включается ПВЕ режим. И нельзя рейдить чужие постройки. Нельзя никого убивать. Не, убивать, по-моему, можно.
Или нет, помню, нельзя убивать. В общем, написано просто мирное время. Такие дела. Но это хорошо, на самом деле. Воевать теперь будем только с противниками, которые в игре. То есть ночью твою хату никто под шумок не зарейдит. Так, что-то я еще хотел сделать. Животных всех накормить же надо. Точно, твою дивизию. Совсем забыл про них. Давайте покажу вам отличный способ накормить животных своих. Сейчас сначала выберусь только. Во, выбрался, отлично. Есть у нас речушка такая, неподалеку. Я уже рассказывал про него, про этот способ. Не знаю, показывал, не показывал, не помню уже. В общем, мясо фармится на ура просто здесь. Особенно на спинозавре, так как речушка. Спинозавр вообще по кайфу. Это речушка. Правда, мелкая была бы поглубже. Вот здесь единственное глубокое место, где он может нормально себя почувствовать здесь. Спинозавром. И быстренько поплавать. Быстрее, чем бегает. В общем, вот такая рыбеха здесь. Обычная. Хлоп ее. Хлоп, 80 мяса. На обычных рейтах у вас будет где-то, ну, по 10, по 20 мяса падать. Если у вас прокачано еще. К тому же на дамаг. У нас прокачано на дамаг. И за просто за 2 минуты по фулам забиваем его мясом. И идем раскидываем по всем этим кормушкам. По прочей ерунде. По холодильникам, на всякий случай. Вот такие вот пироги. Смотрите как, да? Круто же. Это еще мало рыбы здесь. Обычно больше бывает. Там прям такие плантации этих рыб. Не успеваешь собирать. Оп-оп-оп-оп-оп. Закушали все. Отлично. Вот так это все добывается. На этой псине. Спинозавр на собаку похож. Ну реально. Его сделали здесь четырехлапным. Как песик. Бегает за тобой. Или ты на нем бегаешь, как на большой собаке. Не знаю, зачем такого сделали спинозавра. Видимо, чтобы не был похож на тирекса. Своей походкой. Также там еще мини-спинозавра планируют добавить. Я не помню, как он называется. Но он будет уже ходить, передвигаться на двух лапах. Как показывали в парк юрского периода спинозавра. В третьей части. Таким он будет, только без гребня на спине. О, какая-то хата новая. А, там Бронта кто-то тамит, да? Лол? А кто его тамит здесь? Ну-ка, пойдемте посмотрим. Кто здесь Бронта тамит? Тридцать второго левела. А? Здорово. А, понятно. Чувак здесь живет неподалеку. Пару раз об нашего птеродактиля. Ой, об нашего птеродактиля еще несу. Своего птеродактиля об нашей турели убивал. Видите, все здесь неприветливые такие, никто не здоровается. Редко кого встретишь с 8, в основном все в чатик пишутся. Но это пофиг. Шучу, приветливые все здесь. В чатик пишутся. Вы сейчас подумаете. Что-нибудь себе. Не то, что нужно. Все нормально. Серак клевый, кстати. Прикольный. Модов, правда, не хватает немножко. На стаке, допустим. А так, в принципе, все устраивает. И вот эта вот антирейдеровая система вообще классная штука. Как бы вроде и PvP, да? И вроде и PvE. Сервак получается такой. Среднее что-то. Вообще самое то для летсплейщика, для ютубера. Да даже для стримов тоже пойдет. Чтобы не ушатывали твою хату. Когда ты спалишь свой сервак. Так, ладно, возвращаемся. Все, у нас спинозавр забитый. Все окей. Ну-ка, может, он писал что-нибудь? Нет, не слезал. Не писал. Понятно. Вот отморозки здесь живут рядом с нами тоже. Блин, какая-то ночь лютая. Надо сейчас факелок сделать. Либо каску. Я хочу каску себе, кстати, сделать. Почему я без каски бегаю? Вот кто мне скажет? Это ж крутая тема. Запасную хотя бы брать с собой. Но нам сейчас не хватит очков на нее.
На эту каску. Если рецепт найти какой-нибудь. Так, покелок замутим хотя бы. У нас 18 их, а на каску идите в жопу, а. Я тут крафчу вообще-то. Важный я человек, видите? Важный. Важными делами занят. Кто там? А что за перевес? Окей. Дропнем все. Погнали на базу. Расширяться, да, надо, ребят, расширяться. Так, это наши шипы надо разобрать, что-то я про них вообще забыл. Чтобы не захламлять постройки. Постройками, сервак. Разберем. Посмотрел тут недавно про Вальхалу ролики. Про карту. Офигеть, она здоровенная. Если найду какой-нибудь сервак иксовый. С Вальхалой. Может быть, поиграем в нем даже. Пишите в комментариях. Хотели бы увидеть серии по Вальхале? Или нет? Может быть, по какому-нибудь другому моду. Может быть, какую-нибудь сборочку запилить себе в одиночном режиме, чтобы там супер хардовая была, там, чтобы животные ваншотали, там, не знаю, такая жесть. Я туда всяких модов напихаю, всякие бионики там есть, прочие там инструменты всякие разные прикольные, огнеметы там, буры, еще что-нибудь такое. Винтовки там какие-нибудь, огненные стрелы взрывающиеся. Что-нибудь такого напихать туда. Но там единственное минус, что соло будет выживание у нас. Такое. Ну и тут у нас как бы последние сколько? 10 серий, наверное, соло выживание пошло. Особо таким ничем не занимаюсь здесь. Массово. В общем, пишите в комментариях. Надо будет голосование еще создать. Так, чем будем заниматься? Ну, сегодня у нас такая серия, давайте покопаемся в доме немного. Чем? Повседневными делами позанимаемся. Вы посмотрите, как это выглядит. Это тоже дропнемся. Какаши, кстати, я назаряжал там. Еще одну порцию надо пораскидать по турелькам. И гниль все повыкидывать. Или в холодосы поскладывать. Наверное, в холодосы гниль поскладываем. Так, ну тут факел нам не нужен. У нас здесь уже все окей. Так, это все сюда. И вот это все дропаем. Вот сюда пускай же. О, лагануло немного. Тут, когда слишком много действий делаешь одновременно, допустим, крафтишь сразу там в 8 ступах порох или Spark Power, начинает сервак. Не сервак, а игра сама немножко подвисать. Так, ну гнилим тоже понадобится. Они же гниль тоже жрут. Ребята там. Так, гниль у нас валяется вот в этом холодосе. Вот тут уже все забито, вообще просто в щи. Сейчас мы повыкидываем. По соточке забьем каждую. Чтоб наверняка. И вот это заберем тоже. И сделаем сейчас по-другому немножко. Так, давай-ка, друг, ты мне поможешь в этом деле. Сейчас тебя мясо возьмем. До перевеса до своего. Почти до перевеса. Хватит. Это у нас комната для приручений. Или все это гнилью забить. Ладно, пускай здесь тоже будет обычный мискольд жрать. На всякий пожарный. Надо еще будет сюда пару холодосиков поставить. Блин, это все одно ограничение сраное. Ну реально, ну нафиг вот сделали. Я что, прям много настроил здесь? Ну подумаешь, высокий дом. Очень высокий дом. Очень-очень высокий дом. Ну, небоскреб, если я хочу. Ну, хочу небоскреб построить. Так, я снова с вами, ребята. Нужно было отойти. О чем я там говорил-то? Я уж не помню. А, ну, хочу, говорю. Небоскреб себе здоровенный. Что поделать теперь? Хочу, говорит, и все. Ладно, кормим животных оставшимся мясом. Ну, так им хватит. За глаза. Сейчас еще надо будет, значит, нам... рубануть немного. Дамаг типа качаем. Немного ягод. Тоже покормить всех животных. Давненько этим не занимался. И раскидаем сейчас оставшиеся. Оставшийся навоз. По этим, по турелькам.
Да вместо потолка накрафтим тогда сюда еще турелек побольше. В принципе, нормально зайдет. А, и тут недавно был баг, что животные не могли собирать деревья и камни. Давайте проверим, исправили, не исправили. Может, это у меня такой лаг был. Хотя я писал там в чате. У всех такая проблема вроде была. Ну-ка. Да, все, отлично, починили. Это радует, что быстро чинят. Все, хватит. Видите, все удобно, рядом здесь. А базу строить-то негде больше. Тут нет таких ровных мест. Только если вот на той вот полянке, ну, противоположно, от базы получается. Можно там построить. Ну это, блин, каждый раз туда-сюда мотаться. С одной базы на другую. Не прикольно. Нафиг я вот это взял. Фиолетовые можно и не брать, в принципе. Они их все равно самыми последними жрут. Ну, так вот хватит. Обожрутся тут до смерти все. Сколько тут слотов? Нормально, хватит. Ну, тут не голоден никто. Почти. Вот так, хватит. И остальное в то положим. В то пальто. Дверь закрыл. Закрыл. Так, хватает здесь слотов. Отлично. Давайте трансфер ролл прям сделаем. Вот так вот. Что, раскидаем сейчас тогда грядки. И знаете, что сделаем еще, ребята? А, электричество тянуть тоже смысла нету. Блин. Короче, в жопе полным. Жалко дом этот. Крутой такой. Ну ладно, пофигу. Построим сейчас еще одну коробку тогда. Возьмем кицаля. Кицаль нам понадобится. Какой-нибудь с платформой. Ну вот этого просторного кицаля возьмем. Дойди сюда, не бойся. Вот так вот. О, там генератор сел. Блин, надо кто-то забрать тогда. А, там уже все сгнило. Твою дивизию. Ладно, нам не нужен генератор. На этом кицале. Пока что он у нас не боевой. Но можно будет сделать боевым. Тут турелик надо, обсидиана нарубить. Слетать. О, точно, я же за обсидианом собирался. Ну ладно уже. Уже навозом грядки себе забивать решили. Да стой ты, твою мать. Места мало здесь. Реально какая-то компактная база получилась. И вот поэтому не влазит. Где-то базы у нас были огромные, предыдущие. На официальном серваке. Там реально огроменные. А тут как-то решили компактно сделать. И зря. Может быть, проблем бы не было таких. С нехваткой. Место. Как-нибудь распределили бы там. Отдельно загон бы у нас был. Отдельно еще что-нибудь. В принципе, мы так и строились раньше, поэтому никогда не упирались в количество построек на одном месте. А тут, видите, все в одном доме. И загон, и прочее. Печалька. Вообще печалька. О! Ну, я что, не доложил, что ли, сюда? Капец, я вообще топовый пацан. Нам не хватит тогда. Каждую по две положить. Ну ладно, насколько хватит, настолько и хватит. Где-то будем кроить. У нас вот эти вот четыре турельки. Самые заряженные получаются. В них на пару тыщенок побольше навоза. Так что все нормально должно. Должно хватить, в общем, на все. На кицале нам только взлететь надо и все. Наверх. А сейчас какой-то баг с кицалями, кстати, они начали сами улетать. Если он зависнет в воздухе, то он через определенное время куда-нибудь полетит. И вот, пока я забивал... Блин, гигант. Как-то сюда прям встал. Ни туда, ни сюда.
В общем, я забивал недавно. Оставил также Кицаля наверху, получается. Ну, сейчас покажу, в общем, как это было. И, в общем, он просто взял и улетел со временем. Мне пришлось брать Тера и лететь за ним, за Кицалем. Хотя он стоял на пассиве. Новогод. Полетели. Так, начнем отсюда. Хорош. Во. Раз, два. Погнали дальше. И вот так вот можно все пробежать здесь. Надеюсь, не упаду. Не, не должен. Но так это происходит. А, у нас же крамп, видели там этих, сколько у нас? Как они называются, эти штукенцы это? Компостов. Миллион стоит. Еще из-за этого, может быть, количество построек тоже ограничено. Они же прям впритык. Плюс там все в проводах у нас. Тоже дает о себе знать. В общем, короче, можно не заморачиваться будет со следующей базой. Люда так не застраивает. Реально, вот снизу три этажа и сверху три этажа, и все. И остальное, основной этаж идет с сейфами. 10 на 10 тоже строить не буду. Буду строить какой-нибудь, ну, не 5 на 5, 7 на 7 уж хотя бы. Базу шатать. Или можно 10 на 10. Хотя нет, зачем нам такая просто большая, да, база? Можно поменьше запилить. В общем, подумаем еще. Посмотрим места здесь неподалеку, чтобы прям вообще рядом были. Вот она вот. Блин, вот сейчас прыгну. Видите, вот там полянка такая за турельками. Вот на ней можно построить базу. Че, он сдох? Типа жрать хотел? Сдох? Да и пофиг. 22 это дело. Просто так взял и сдох. Круто, блин. Скорее всего, под текстуру провалился. Захотел жрать. Или до него не достает просто кормушка. Надо, кстати, дудушек проверить. Может, до них тоже кормушка не достает. Или достает та кормушка, которая стоит в этом. Смотрите, хоп, и запрыгнул. Взял, подох. Должна до него кормушка доставать. Наркомания, блин. Вон до того достает Кицаля кормушка. Все отлично. Приколы эти, блин. Беспонтовые. Не, не хватит нам. Ну, все про все. Так, ну ладно, придется, значит, вторую базу по-любому строить. Потому что здесь мы уже дальше не сможем ничего делать. В принципе, да, лететь туда, вот где вот Кицаль смотрит. Сейчас на Кицале туда схожу. Покажу вам эту базу, это место. И потом можно оттуда сюда мост построить. Кстати, да. Может, так и запилим мостик. Или, походу, хватит. Тут вообще пипец как впритык. Нет, не хватит. Вот у этих сколько? 24. Давайте по одной им хотя бы кинем. Да. Вот этих... А, у них еще меньше, оказывается. Как так? Печалька. Да стой ты, твою мать. Кецель, завязывай. Да, нет. Глупый Кецель. Да блин, он еще и... Он еще и за ограду залетел. Что ж с тобой не так? Стой. Вот, все, отлично. Вот это место.
Да блин, здесь уже кто-то построился. Кто построился? Пугало. Прийти на гиганте, что ли? Разломать этот дом. Шатать свое сюда. Блин, не такая ровная поверхность здесь, как хотелось бы. Вот у нас-то место вообще ровненькое прям. Ровненькое-прировненькое. Такое же бы найти где-нибудь. Хотя вот здесь вот... Не, ну это маленькая база получится. Вот он ровное место занял, тот чувак, который Бронта Тайна. Тоже ровненькое. Что там у него? Давайте поглядим. Киллер. Вот нахрен ты вот... Вот зачем вы впритык таким базам строитесь, которые напичканы турелями? В чем логика? Вот смотрите, я и вот моя база. Зачем так делать? Непонятно. Непонятно. Да, наверное, здесь будем строиться, пофигу. Будут у нас на келлингах, пиларах там. Главное словить место одно большое. Железное. Будет еще один загон, и отсюда вот сюда мост запилим. Вот сюда вот. Вот отсюда. Такой с наклоном небольшим. Вот это круто будет, да? Мостяра такой прям. Каменный, здоровый. Хм. Прикольно, что? Можно будет попробовать. Так, ну на этой базе, мне кажется, турели хватит. Их просто патронами забить сейчас. И все. Вышечки тоже нам не дадут построить. Я больше чем уверен. А тут их ставить-то некуда, эти вышечки. Блин, маленькая база. Ну тогда что, я потихонечку начинаю крафтить бегемот. Может сразу железные бегемоты запилить тогда? Сейчас тут этот дом... О, пойду в дом снесу, короче, этот... Чувака. Сейчас напишем сначала. В игре он, не в игре. Пугало в игре. Сейчас спросим. Ну, походу нет. Придется гиганта сюда везти и расшатывать эту хату. Ну, она там на этих. На деревянном фундаменте. И заставить все своими каменными фундаментами вот так вот по кругу. Чтоб никто не занял это место. Да, так и сделаем. Пойду запилю фундаментов тогда каменных. Вот и нашли решение. Будет круто смотреться, мне кажется. Особенно мост. Здесь у нас гиганты будут жить. Гиганты, птицы, там кицали. И сюда смотрите, сколько кицали влезет. Это же жесть. Да ну стой ты. Ну Алёшка Попович. И Тугарин Змей. Что ж ты делаешь-то? Раз, два, три, четыре. Все, закушал. Так, фундаменты. Посмотрим, сколько нужно нам. Что нужно вообще на фундаменты? На каменные. Так, 80 камней. 40 дерева. Тач. Возьмем кицаля. И пойдем камушки рубить потихоньку. Ладно, давайте на паузу поставлю тогда. Пойду порублю камней. Покрафчу фундаментов. А, солома у нас. Это миллион соломы был. Вот здесь все есть. В ящичках. Вот в этих. Сейчас отрубанем. Так, вот тут флинт почему-то. Тут тоже. Да твою мать, а. Кицаль вот жопой своей стал там. Ни туда и ни сюда. Вот оно. Отлично. И дерево возьмем сразу. И давайте начнем потихоньку пилить уже.
Штук 20 нам хватит, думаю. Ну, 30 максимум. Все застроим. Под наш дом, под новый. Так, надо тут разобрать, может здесь тоже резается металл. Хрен с ним с этой кровати. То вдруг реально там металл, а я тут настроил. Нагородил просто. Колобка не хочется брать с собой, это долго, блин, муторно. Проще так этим заниматься. Топором. Колобок, видите, он когда вдвоем фармишь, тогда колобок хорошая тема. А так, в одну жало, не очень. Что нам будет хватать? Дерево, по-моему. Да, давайте выставим сразу тогда. Вот сюда. Теперь железо не хватает, железо. Камней не хватает. А можно вообще там из соломы начать строить? В принципе-то. Стой. Во. А чего не хватает? Опять камней. Да как так-то? Наркоманская система. Так мало-то. Давайте выложим. Ну так правильно, мало, блин. Я там дерево нарубил миллиарды. Поэтому мало. Эммаю. Ладно, в этой серии тогда не получится нам бы сделать. Или получится все-таки. Да получится. Ладно, давайте на паузу поставим. Пофигу, не буду мучить вас ненужными процессами. Отлично, значит, нафармил я все. Погнали зачищать территорию. Забираться будем здесь потихоньку, помаленечку. По пути всех шатать, соответственно. Надеюсь, он меня не скинет и не сожрет. А то он может такое замутить. Такое неприятное. Его качать будем, себя качать. У него дамага все меньше и меньше становится. Вообще жизни 30 тысяч. Да твою эту дивизию. Поскольку качается жизнь? А, или ты... Сколько? 30 же это тысяч? 30. По сотке качается. Вообще там нарезали этих гигантов. Вообще просто жесть. Ну это хорошо, кстати. С одной этой стороны. Что их могут ушатать. Теперь. С другой стороны, плохо. Для тех людей, которые любят доминировать на сервере. За счет сильного животного. Вот такие дела. Сейчас мы сюда заберемся. Я думаю. Вот он, этот дом. Давайте его сносить будем потихоньку. Просто мне нужно это место, чувак. Ничего личного. Кто-то меня дамажит. Устроишься в другом месте. Дамажит? Дамажит. Отлично. Давайте все с него дропнем. Ну, оставим немножко мяса. Вот так вот. Нам слишком много гнили пока не надо. Если нужно будет, то... Запасы есть в холодосе. В двух холодосах даже. Один в доме, один в доме. Ну смотрите, вроде побыстрее стал дамажить. В следующий раз будем качать хп, не хп, а дамаг.
чтобы вообще ваншотал все эти постройки. Такое место будет. В принципе, сравнять здесь и нормально будет. Металл у нас есть. Печка есть, которую плавим. Еще одну печку просто построим. Сломано. Или не сломано еще? Нет, что-то сломал. Отлично. Посередине-то у меня все равно нормально стоит. Сейчас опять в комментариях гадости будут писать: «О, из-за таких, как ты, не даешь нормальным людям поиграть». ПВП сервер, ребята. Чё хотели? Если можно это сделать, то делаем. Так бы я не стал бы его трогать. По приколу. А тут, видите, ближайшее место. Мы изначально здесь вообще хотели строиться на этой поляне. Просто далеко было бежать до металла. У нас не было животных никаких. А тут сейчас нормально будет. На Кицале-то. Да на прокачанном. Путешествовать-то вообще одно удовольствие будет. Или вообще это подписчик какой-нибудь. Тоже будет весело. Если подписчик, то прости, братан. Да вообще прости, братан. Нужно это место. Должен меня понять. Это все пойдет на развитие канала. Для красочных, красивых построек. Красивых железных коробок. С лифтами. В общем, дом вот этот вот, который вот там у нас стоит, основной, его будем переделывать только после того, как построим здесь уже что-нибудь. Более-менее достойное, достойное. Только тогда. Я думаю, сразу с железными бегемотами все обставить. Как вам такая идея? Посмотрим, что на них нужно, сколько полимеров. Ну, это будет такой долгострой у нас проект. Как дом 2 почти. В одно жало построить себе базу здорово с железными воротами. Как вам? Причем один слой можно железный, а второй слой можно каменным еще поставить. Чтобы вообще лагало. Я вот эту всю. Да это тоже маленькая местность. По идее-то. Ну сколько здесь ворот получится? Раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, ворот 20, наверное, отсюда. Блин, он не все дамажит. То, что я хотел. Так, давайте подождем, пока стаминка зарегенится. Но... то он начинает творить какую-то дичь. Ну. Отлично. Дамажишь, не дамажишь там? Непонятно, что-то происходит. Дамажит. Да, дамаг идет, проходит. Давайте я на паузу поставлю. Ну все. Чисто. Давайте застраивать своими теперь. Вот тут воткнем. Здесь. Вот тут где-нибудь воткнем. Один. Можно даже через такой вот радиус. Чтобы точно никто не построился. Так вот. Вот сюда даже воткнем. Вот как раз отличные места под бегемота. Посмотрите. Все это потом сюда на анкиле придем. Раз из этого расчистим немножко. Ой-ой-ой.
сервак навязывай. Сюда воткнем. Сюда. Сюда. Фундаментов у нас дофигища. Навтыкаем сейчас. Так. To close to enemy foundation. Интересно, девки пляшут. Чьи же там фундаменты стоят? Пойдемте посмотрим. А, ну понятно. Те самые. Сейчас спустимся, попробуем туда потихонечку так. И раздолбаем их. Может, их можно уже это? Того самого? Да, можно. Отлично. Шикарно. Надо как-то обратно теперь пройти. Ой, да хрен с тобой, стой здесь. Что с тобой будет? Сюда. Сюда. Куда-то мы сюда оставили, да? Радиус большой у них. Так что нормально будет. Сюда. Давайте сюда один. Тут у нас есть уже. Вот здесь нету. И сюда. Сейчас нужно залезть на гиганта, посмотреть. А, и можно через режим К все это дело глянуть. Ну, в принципе, что, уже здесь никто не сможет построиться, я так думаю. Блин, маленькое место тоже. Ну, сильно большое не будем базу строить здесь. Главное так все аккуратненько бегемотами расставить. Сюда воткнем. Блин, тут рядом прям уже есть... Оказывается. Ну, чтоб точно никто не занял. Чтоб запарились. Ломать их. Вот сюда. Блин. Тут уже есть у нас. И сюда. Вот так получится. В общем, что, ребятишки, давайте на этом закруглимся. В следующей серии не знаю, что буду делать еще. Ну, что-нибудь тоже начнем делать. Новое. Базу. Навряд ли начнем. Металл пофармлю сейчас немножко. Пускай он плавится. И потихоньку будем бегемота тогда крафтить. Стальные. И обсидиан. О, за обсидианом давайте слетаем в следующей серии. Покажу вам местечко хорошее. С обсидианом. Если кто не знает, где его можно достать. В общем, всем спасибо, что смотрели. Спасибо за подписки, за лайки, за репосты. Всем счастливо. Всем пока.